Кто это бегает? А это кто? А ты кто? А, это админ! Да я ебал таких клиентов! С утра до ночи! Зачем? Зачем? А зачем? Зачем ты пикаешь? Тебе сказали не пикать. Я не пикал, я... А как ты умер тогда, у меня вопрос. Сказали, ждем. Сейчас. А куда вы? Слышь, давай тебя играем. А вот ты вот это делаешь, блядь, ебаный ебаный, случайно. В смысле хава? Батарей. Стой, блядь. Вон они стоят. А, вон они за будкой стоят. Слева, типа. У меня двое тут, трое. Хит? Еще хит? А под заставка за группу, да? Еще хит? Еще. Я его убил. Сотни добивать. Ах ты, сын, блядь. Опа, раз, два, три. Вот это мальчишки. Они разворачиваются, В данном любом случае. Вот и все. Все, по разным сторонам, или как ли, в одну ногу, блядь, пизда нам нахуй. Ебать, они там летят. Сукотики, блядь, летят. В одной один. Убили одного. Лево. Ебать, клоун! Челик бегает, вообще посмотри. А вон там еще кто там в машине? Ой, там челик в машине сидит, ему че вообще посрать? Ой-ой-ой, приезжайте, помогите, еще, мы ждем вас. Помогите. Ну да, что, ну давай. Пожалуйста. Давай. Спасибо. Пацаны. Опа, менты, бах! Это грант. Сняли. Какие есть? Жизнь будет ломать, но мы тоже не пальцем деланы. Приезжаем под ноли и башу до предела. Пока не откажет тело, пока не сыграет ящик. Просто принимает только настоящих. Яу! В очередь, сукины дети, в очередь. Я не закончил, буду ебать ваши уши. До талого фло отточены. Мне не получат, сволочи, ни грамма стиля почерка. Ведь мы ебашим булдыканы, не для лоха помощи. Нас типа убили. Это нужно ждать, пока они именно заедут, понял? Кого убили? Кто убил? Косарев умер. Опа. Давай. Ой, блядь, ОМОН. Да, это он. Убегайте, ОМОН. Отстреливайте его, я бегу. Вот, я, все. Принимайте их, я к спину сейчас войду. Давай. Бля, это ужас. Погнали, там приехал. Это ты в спину стрелял? Че, там же кто-то... Да. Я могу выбежать. Хочешь? Выбеги. Мне энергия прицепали, я выбежал. Просто понимаю немного, что происходит. Ты любому, ведь все мы ходим по богам. И когда чистишь душой, то обретаешь свободу. Когда дойдем до исхода, то наши вспомнят истоки. И каждый шаг наш запомнит, и хвой восстанется за строки. Не твори зла, ты любому, ведь все мы ходим по богам. И когда чистишь душой, то обретаешь свободу. Когда дойдем до исхода, то наши вспомнят истоки. И каждый шаг наш запомнит, и хвой восстанется за строки.
Костя, какого хуя? Где моя машина? Почему она в жопе мира? Егерская мудрость. Кто дольше целится, тот быстрее попадает. Поэтому я девственник. Помогите! Не стреляйте по нам! Посмотрите просто, как они лежат. У меня семья, у меня отец, посмотри просто, как они лежат. У меня сестра. Ну все, парни, ограбление, карман выворачиваем. Прикинь, его бы сейчас сбило. Ай! Попался нефор. Удачи, бывай, сынок. Два хардбосника дал. Меня завязали. Три хардбосника дал. Четыре хардбосника дал. Так, хардбосника главное убить сразу. Так, на два, да? Я тебя. Да, я не буду, да, я не буду. Ты слышишь? А я не слышу, я хожу. Сина, а можно вот тот коллаж? Можно вот тот коллаж достать? Нам, пожалуйста, вот эти гранаты завернуть с собой. Да, нужно еще базуку и танк. Два РПГ, ключи от БТР, а там, да, что-нибудь такое. А можно ключи от танка? Вот, да. А если бибиться есть? Через полчаса все будет готово. Все, понял. Ну вы тогда там это напишите в Яндексе. Расхуешьте. Разъебить ему. Ну и уехать в Деморган за убийство. Базара нет, красиво улетел. У меня 30-й. Вот сначала багаюзите. О, добрый вечер. Мне говорит Максим сейчас. Что? Почему ты опять заебался? Поэтому завалил. Ну а что ты гапаешь? Так, ебаный клоун. У тебя что, шапка, блядь, в уши надавила? Не знаю, тебя по фоточке перетягивают. Так, команды пиздеть не было, блядь. Заикнулся еще раз. Не перебивает, сука, своего хозяина. Вот так, молодец. Хороший мать.